Друзья, здравствуйте! Я все еще на конном рынке. Вот уже снимала видео внутри рынка. И сегодня поснимаем еще овощи, фрукты, если меня не прогонят. Идемте смотреть цены. Вот яблочки по 25 гривен, 27 семеринка. Вот хурма 65, вот по 25, мандаринки по 25, вот такие по 25 яблочки, эти мандаринки, а нет, это были яблоки по 25, мандарины по 65 гривен, вот грушки, вот идемте дальше, грибы 90, капусточка по 35, пекинская, перчик, товара очень много. Давайте посмотрим, что еще. Молодая капуста по 65. Уже редисочка появилась. Огурцы 180, 200. Синьки, помидорчики, перец 150. Это зелень. А почем зелень? Это рукула, да? Да. А в какую цену 30? А лучок почем? 20, зелень по 20. По 20, 20, 30. Это зелень. Так. Это мы уже смотрели. А, тут виноград еще, хурма сладкая по 100 гривен. Яблок много. Вот желтые красивые яблочки 25-27. Морковка по 10 гривен. Хурма 65. Мандаринки 65. Лимончики 70. Полно яблок. Вот видите, полно яблок. Эти по 25 гала. Виноград Молдова по 100 гривен, имбирь 180, сухой 250, свеженький, огурчики 190, 225. Вот, ну вот так вот. Так, ну что, идемте дальше, как-то сегодня пусто. Вот я хожу, смотрю, снимаю будний день, опять же яблочки, эта хурма уже совсем подгнившая, по 30, по 40 гривен. Вот, виноград 150. Что еще? Лимончики 55, 65, 60. Мандаринки и 55, и 60 есть. Гранаты 100, 120. Кабачочки, синьки есть. Ой, перчик сладкий по 140. Какая красота, какой перчик. Капусточка по 140. Боже, какая красота. Вот молодая капусточка по 62. Молодая. Ну, яблок полно. Яблок полно, яблоки аппетитные. Шикарные яблоки, конечно, ничего не скажешь. Гранатовый сок 150 гривен. Тут тоже зелень. Хурма по 100 гривен. Все еще есть. Грибочки по 90. Петрушечка по 25. Укроп по 25. Лук по 15. Вот видите, очень много опять. Тут и мандарины по 110. Вот. Перчик желтенький 160, 150. Ну, вот такие цены. Это конец февраля. Конный рынок. Вот такие здесь цены. Ну что, можем немножко еще пройти. У нас снег пошел, но уже он тает. Температура плюсовая. Такая жижа. Вот грушки по 55 продаются, гранаты по 130. В общем-то, апельсинки тут по 75 есть. Испания 95, более крупные апельсины. Вот. Так, ну что еще? Покупатели есть. Вот редиска. 15 гривен, наверное, 100 граммов. Появилась редиска. Не было редиски. Это первая редиска в этом году. Вот лучок. Так, идемте посмотрим, что еще здесь продается. А, капуста. Капуста вот белокочанная по 13, а молодая была по 60. Яблок полно. Вот тоже грушки. Опять же, хурма все еще продается. Наверное, сейчас куплю себе хурму. Я попробую. Не, она твердая. Я не хочу твердую хурму. Ой, клубничка. Сейчас мы клубничку поснимаем по 350 гривен. Киви 120. Греция. Вот, ну, в общем-то, вот такие цены. Мандарины 65, 80 мандарины, грибы 90, везде одинаковая цена. И на крупные грибы, на мелкие грибы по 90 гривен. А тут морковка по 20, капуста 15, немножко дороже. Опять же, яблочки, мандаринки полно.
апельсины по 75 есть, покрупнее, вернее, более такие, а это мандарины дальше по 80, муркут, мандарины. Так, идемте еще что-то тут посмотрим. Наверное, уже цены понятны, буду я видео заканчивать. Вот уже 90, такие более вялые грибы. 85, гранат по 130 тут немножко. Вот опять же хурма, но она твердая, я не люблю твердую хурму. В общем, купила хурму, не удержалась. Вот, ну, сейчас люди пройдут, ну, товар вы уже поняли, да? Какой товар, почем, какая цена, плюс-минус там 3-5 гривен разницы. Ну, в принципе, вам все это уже понятно. Конец февраля, как я уже говорила, вот в Харькове вот такие цены на рынке. Все, друзья, я буду видео заканчивать. Как обычно говорю, если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, и будем дальше по Харькову гулять вместе. До скорых встреч, до свидания, жду вас на моем канале.